Я боюсь за тебя. Ты почти не ешь, не спишь. Вперед, вперед, вперед! Все, что с тобой там случилось, пора оставить в прошлом. Я в порядке. Да ну! Вот ты где. Я уж думал, придется без тебя начинать. Не волнуйся, я знаю, насколько это важно. Только если хотим попасть в Белый дом. Идем. Это твой момент. Из тебя выйдет чудесная первая леди. Полгода назад по приказу бывшего директора КТП Ребекки Ингрэм проведен штурм комплекса Ибрагима Бен Халида. Я бы хотела поблагодарить всех сотрудников КТП и шестерых рейнджеров, которые рисковали жизнью, чтобы остановить Бен Халида и предотвратить теракты в нашей стране. Это за Бен Халида. Да, Эрик, нас нашли люди Бен Халида. В чем дело? Живо на чердак. Давай, бегом! Что бы ни услышала, что бы ни случилось, сиди там! Николь, надо идти. Давай, надо уходить. Продюсеры Ховард Гордон. У нас раскрыли Ребекка. У меня были люди Бен Халида. Бен Халид планировал теракт на территории США. Возможно, это часть его плана. Брайан Грейзер. Погибнет много людей. Я хочу этому помешать. Почему обязательно ты? Я могу доверять только себе. А также Мэнни Кота, Иван Кац и Кифер Сазерленд. А ты здесь какого хрена забыл? Нужна помощь. Никто не должен знать, где она. В КТП проблемы. Я не знаю, что там происходит, но тебя это больше не касается. Помочь могу только я. Он говорил, что хочет со мной семью. Но этого для него всегда будет мало. Он сел на автобус номер 13. Не отставай. Понял. Они здесь. Значит, надо спешить. В следующем году я пошел. Отчет. Вперед! Пойдет заново. Да, утро не задалось. 24 часа. Наследие.